Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать пеларгонию, которая в данный момент у меня цветет. Это пеларгония Херма. Давайте посчитаем соцветия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вон там вот восемь. Восьмое. И вот видно 9 соцветий. 9 соцветий, то есть это у нас сейчас декабрь, и тюльпановидная пеларгония Херма активно цветет. Знаете, она у меня так летом не цвела, как в данный момент набирает соцветия. Возможно, из-за того, что куст после второй обрезки стал пышнее, здоровее, как-то мощнее. И вот активно цветет. Может быть, лампы в этом виноваты. Марбак и тюльпан. Это у меня черенок. Приехал ко мне в октябре. Он сейчас вот разросся. Вот так вот. Вот одно соцветие. Там вот второе. И вот третье цветет. Тоже довольно красивая тюльпанка. Беленькая она. Таким легким розовым отливом. Я все планирую этот черенок пересадить в горшочек побольше. Все карликовые сорта я планирую пересадить в горшки на 1,5-2 литра, чтобы мои карлики были покрупнее немножко, чтобы можно было потом черенки с них собирать. А стандартные сорта я планирую в горшочки литровые посадить, чтобы они не разрастались. Это Мария Луиза, тоже тюльпанка. Смотрите, как активно она цветет, у нее тоже бутоны набираются. Этот черенок тоже октябрьский, и марбак тюльпан тоже октябрьский. Вот так они набрали массу из маленьких таких череночков, стали такие большие вот кустики уже, ну как большие, для черенка достаточно большие. Я их еще буду переваливать в горшочке побольше. Это тоже компактный кустик, и я буду выращивать его в 2 примерно литрах. Потому что тюльпанки, они большими не вырастают. Даже в большом горшке они все равно карликовые, небольшого такого размера. Но при этом они становятся пышные, и соцветия у них становятся намного больше. Этот сорт довольно красивый. Розовые такие тюльпанчики с заостренными. Так, это у нас Fisher Apple Blossom. Я обратила внимание, что у этого Fisher, ну, Apple Blossom, розочки достаточно крупные, крупного размера. Обратите внимание, какие они большие, как хорошо держат форму. Тут тоже 3 соцветия, и 2 из них зацвело. Небольшие, правда, соцветия, но тем не менее. Это у меня принц Густав. Он уже приехал в ноябре. Череночек небольшой, я над ним тряслась его очень долго, потому что он мне не хотел корневую массу набирать. А также я побоялась оборвать у него цветонос. Вот он сейчас зацвел. Довольно хорошо держит форму. Бутончики довольно большие в виде качанчика. Сам черенок небольшого размера. Вот, интересный такой сорт. Мне он очень нравится. Но медленно растет, очень капризный в уходе. Любит солнышко, любит много света. Давайте следующий посмотрим. Это у нас Денис. Это тоже черенок ноябрьский. Он набирает еще бутончики. Тоже у него еще есть там соцветие одно внутри. Жду, когда зацветет. Бутончики распустятся. Ну и вот этот сорт интересный. По-моему, если я не ошибаюсь, это яркое. Это пеларгония, выращенная из семян. Я ее держу на фитильном поливе ради эксперимента. Сортовые я побоялась ставить, а вот эти такие простые зональные пеларгонии я решила проверить. У меня 3 штуки на фитильном поливе, и все они тут же на фитиле выбросили цветоносы. Интересно такое решение, причем они массу не набирают, чисто вот гонят бутоны постоянно. Если понравилось видео, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!